Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, плывем дальше в море подсчета Омера. Итак, сегодня ИСОД в сфере хода. Одной из наиболее таких важных основ, необходимых для улучшения качества души, чем мы занимаемся в эти дни, является выражение признательности. Не будь неблагодарным, умей сказать спасибо. Может быть, именно поэтому, следуя законам иудаизма, открывая утром глаза, мы говорим: «Благодарю тебя, Всевышний, что ты вернул мне душу». С благодарности начинается день. И в продолжение всего этого дня должны помнить, что нужно благодарить, в первую очередь, говорить спасибо Всевышнему, и так делает нам любое добро. Ничто не является само собой разумеющимся. И на самом деле ничего не полагается тебе. Просто так, там, завтрак приготовили, скажи спасибо. Выражение признательности является основой любых отношений между людьми, ключом установления настоящего контакта с ближними, со всеми, вот понимаете, с миром. Да? Это и есть сочетание наших сферот, и особенно сегодняшнего дня. Мудрецы говорили урок сегодняшнего дня. Надо подумать, всегда мы ли помним, что нужно благодарить. Даже за самое большое одолжение, если оно кажется нам, или маленькое, само разумеющееся, никогда не забывай сказать спасибо. Это является также важнейшим приемом налаживания супружеских отношений и вообще отношений в любых коллективах, семье и так далее. Надо нести в мир хорошее настроение, но, по крайней мере, стараться это делать. И точно не подбрасывать в мир отрицательные эмоции. Знаете, купил человек дом, большой красивый сад фруктовый с яблоками, а рядом на стареньком доме жил завистливый сосед, который постоянно пытался испортить ему настроение. То мусор под ворота подбросит, то еще какую-то гадость натворит. Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там яблоко стоит, ведро стоит, простите, и с помоями. Человек взял ведро, помыл его, вычистил до блеска, набрал у него самых красивых, больших, спелых яблок и пошел к соседу. Постучал, сосед открыл дверь, злорадно думая, наконец-то я его достал, рассчитывал на скандал. Открывает дверь, а там человек протягивает ему ведро с яблоками и говорит: кто чем богат, тем и делится. Не делитесь с миром отрицательными эмоциями. Надо делиться с миром положительным настроем. Знаете, вот кто знает Маген Давид, что такое Маген Давид? В Кабале интереснейшую вещь говорят. Это модель нашего влияния на мир. Один треугольник стоит на земле острием к небу. Это наши земные дела, и они поднимаются к небу и влияют на мир. А второе – это влияние неба. Вот, так что мы творим мир, мы творим сегодняшний день. Ну и натворили. Ну, знаете, как говорится, Бог поможет и Бог поправит. В наших руках огромная сила, возможность повлиять положительную сторону на составляющую мироздания все. Улыбаясь миру, ты перестраиваешь мир. Это вот кажется человеку, что ну что я могу сделать? Да, это так. Человек огромной силой обладает. Есть такая майса: попал человек в рай, смотрит, там все люди ходят радостные, счастливые, открытые, доброжелательные. Ну, потрясающие. А вокруг, как обычно, все, обычная жизнь. Походил, погулял, понравилось. Подошел к ангелу, говорит: покажи мне, что такое ад, хотя бы одним глазком. Хорошо, говорит, пойдем покажу. Приходят они в ад, человек смотрит. То же самое, жизнь как в раю. Все, только люди злые, обиженные, видно, что все время недовольны. Спрашивают у ангела: так а все как в раю, чем же они недовольны? А потому, говорит, что они думают, что в раю лучше. Вот так вот мы творим себе сами рай или ад. Что произошло? Человек появляется в этом мире с особым заданием. Он может растратить всю свою жизнь в погоне за удовлетворением своих желаний. Он идет работать, чтобы купить себе хороший дом там, или квартиру, потом работает, чтобы погасить долги. Когда удается, хочет еще побольше, расшириться. Всю жизнь он тратит на то, что ему, ну, как бы он считает, не на то, что ему нужно, а на то, что ему хочется. Обратите внимание, очень многое из того, что мы хотим, ну, это не всегда нам надо. Или еще хуже, тратит жизнь на жалобы на кого-то, на детей, на соседей, на Бога, кого угодно. Когда все, что мы видим, это темнота сегодняшнего дня, мы живем с ограниченной линзой. И это тоже пройдет. Замечательные слова еврейского царя Соломона. Ничто не длится вечно, ни хорошее, ни плохое. Глупо тратить жизнь в погоне за пустой иллюзией. Совершенно потрясающе сказали наши мудрецы. Счастье в том, чтобы хотеть то, что у тебя есть, а не в том, чтобы иметь то, что хочешь. Жизнь коротка. Вот той такой принцип, который давали наши мудрецы. Перед нами шаббат. На этой недельной главе написано: «Субботы мои соблюдайте и страшитесь моей святыни». Понимаете, когда человек ну, в
течение недели хотя бы не готовится к субботу. Когда в субботу не отличает от чего-то, он нарушает вот эти слова, он нарушает самую святую, что есть у Бога. Святыни мои, страшитесь. Давайте сделаем сегодняшний шаббат, ну хотя бы каким-то отличающимся от будней. На один шаг, потом еще на один. Итак, придем к соблюдению шаббата. Браха ве ацлаха, всего самого-самого лучшего.